Всем салют, меня зовут Пашка, и я продолжаю играть в Skyrim. В прошлой серии я пытался что-то бэкать, мэкать, типа про квартиру и так далее. Ну, теперь я не буду. Я буду конкретно Skyrim играть. Так, у меня вопрос, эта херня закончится? Да, закончилась. Все, давай быстренько пробежали. Ага. Так, стоп. А вы даже умные, вы обходите. Ну нихера ж себе. Да. Так. Тут я могу это лутать? Нет, не могу. Бля, чувак, ты меня своими звуками немножечко. Двемирский рычаг, зачем мне. Нет, мне не надо. И тут тоже всякий хлам, мне не надо. Ты меня немножечко пугаешь. То. Тем, как ты рычишь. Там никого нету. Это что за вантус? Ясненько. Ясно. Тут. О, блядь. Действительно, откуда? Откуда ты нарисовался? Смотри, у меня. Он почти меня заподозрил, он меня не видит. Вот почти. Блять, а Сирана типа крутая? Она теперь начала... Ага, ну, а поговорить я с ним не могу. Она начала поднимать трупаков. Серебряная руда, этот мертвый. Окей. Окей, идем. Что, подожди, я мог взять? А, стрелу? Не надо мне стрела. Жир тролля, всякая нужная штука. Спасибо, нет, ладно, давай возьмем. Твои стрелы тоже заберем. Так, о, грибочки, стрекоза, грибочки, супчик, чеснок, грибочки, спасибо. Головной убор, шапочка Деда Мороза, мед не надо, клешни не надо, все окей, идем дальше. Там прохода никуда нету. Тут что? Тут даже вантуза нету. А, вот он. Так, тут движуха будет? Вот мне вот чуток непонятно. Скорее, так бывает, ты ходишь, ходишь, никого нет, а потом так вот хуяк. Вылезают три тела. И причем, ну такие, блядь, серьезные тела. Ты не сдох? Как? А вот теперь, да, ты уже все. А там еще чувак. Попал? Нет, не попал. Попал? Давай. Перестрелка, ёпта. Все, я зарешал, я молодец. Давайте теперь полутаем. Всякий хлам. Подожди, мне показалось? А, это мертвый. Но он за нас. Тут что? Тут ничего, да? Вопрос про огонь. Он будет постоянно? Да, он не постоянно. Можно обойти, не проблема. Масло, монеты, ухо, стрела. Спасибо. Тут тоже без вантуза. И на улице вантуза нету. Ага, это правда, чтоб шум. Чтоб привлекать шумом. Тут тоже голяки. Тут. О, тут всякие продукты. Смотри, как они коптят мясо. Молодцы. Молодцы. Тут ничего. У меня вообще много, да, еще места, да, хреничи.
Ну, я думаю, что это не тут, это ниже, да? Это ниже мне надо спуститься. Метка там стоит, но у меня надо ниже, этажом. 100-500 книг. Кинжал. Это что такое? Уши. Ну, я их взять не могу. Они типа сами себе уши отрезают. Так, что это тут попахивает чем-то? Ух ты ж, блядь! Так, я думаю, что надо врываться. Надо врываться, потому что тут без меня дела не будет, блядь. Встал мороз. Так, да, есть. Давай мы тебя сразу будем лутать. Блядь, что-то взял, какой-то хлам. Да, все, ты порешал. А, и тролль даже выжил. Ну ни хрена ж себе, я думал, что ему уже вафли. Так, это что, яичко? Яичко. И два вантуза. Нет. Так, это лифт. Вверх, вниз. Ага, вверх. Все, это ответ на вопрос, как мне выбраться вверх. Ясно. Что тут еще есть? Свиток лечения ран. Ну, давай мы это все позабираем. Ингредиенты. Полезная вещь. А тут не все полезное. Мага одеяния. Нет, мне это не надо. Человечье мясо. Эй, дай выйду. О, да, это я уже типа вышел. Вышел. Я понял. Так, подожди, дай тут осмотрюсь. Я тут ничего не пропустил. Пришел я оттуда. Ага, все, все, понял. Раздуплился. Давай, 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 давай. Мы уже близко, мы уже близко. Да, уже практически все. Блять. А ты еще отсюда. Так, я понял. Арбалетом я не зарешаю, тут надо, блядь, идти в рукопашку. Блядь, паук еще. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. Вот так вот. Не повезло тебе. А, это свой, да? Это типа свой, или нет? Нет, значит был не мой. Во, а, я еще и отравлен, блядь. Просто, просто замечательно, просто великолепно. Так, где? А, то есть ты просто упал, но ты не умер, да? И такое бывает. Золото, ухо, это мне не надо. Так, а где все трупы? И все, да? Окей. Я понял. Да он же, да, это его куски. Тут ничего. Вот, кстати, я же слышу какой-то звук паука. Нет? Это просто звуки?
блядь, какая-то ловушка. Нет? Да. Нормально. Ну вот мы пришли. Собор Альфтант. Наконец-то. Да, но это еще не все. Ух ты ж, блядь, сколько мне топать. Так, нажимные плиты. Лох. Блядь. Лох. Так, загрузить игру. Да. Я не знаю, может у него во второй раз получится не наступить на плиту. Как бы первый раз-то он молодец. Прошелся замечательно. Тем более я сюда не зашел. А тут тоже осмотреть, что тут. Это скума. А, эликсир защитника. Ну пусть будет. Там что-то должно быть. А нет, нихера тут нету. Ну. Нет, все-таки есть. Немножечко, но есть. Так, тролль. На вот эту вот херню не наступай. Молодец, обошел. Ух ты, красавчик. Блять, ну. Но она выжила. Она выжила. Что, а ты? Так, я понял, что Сиран, она как бы неубиваема, в принципе. Поэтому она там просто сейчас постоит на коленках и встанет. Ничего плохого с ней не будет. Да? Да. Только не наступай больше на плиту. Вот, молодец. Я бы тебе дал зелье, но у меня у самого его как бы почти не осталось. Поэтому я тебе ничего не дам. Еще раз сейвимся. Ага, там их много, да? Всех. Значит, я, наверное, тебе все-таки дам. О, что это? Давай посмотрим, что тут у тебя. Я тебе немножечко все-таки дам. Вот так вот. И себя хильнул, и ей дал чуток. Так, ну там этого чувака я видел. Блять, их там много. Аж целых два. Давай на ход, что ли, да? Блять, не попал. Ну хотя бы отвлек. А, он выжил, сука. Так, минус один. Вот опять этот звук. Тут реально где-то паучок. Так, он где-то там. Вот-вот-вот-вот идет. Корус. Что это за... Это какой-то крутой тролль? Не видно его. А Фалмер был молодец, с грибочками ходил. Так, давай тут засейвись. А, блядь, это не тролль, это какой-то... Сука. Хорошо, что я доверяю своим... Да, Фалмер, иди, вот, принимай на себя бой. Вот эта вот штука, она реально опасна. Она много, по-моему, бьет. И она еще и ядовитая. Блин, как-то тут слишком много открытого места. Слишком много.
Так, давай мы посмотрим по карте, что. Ага, вот так, да. Я говорил, что идти далеко, на самом деле идти недалеко, просто это одна большая комната. Так, вот так я хотя бы немножко осмотрюсь. Окей, давай мы туда залезем наверх и попробуем пойти дальше. Сундук. Спасибо. Хороший сундук. Хлам. Так, ну давай мы тебя с первого раза вскроем. Хлам. Я даже реально уже не хочется себе такое брать. Ну, ожерелье еще можно брать, там его типа зачаровывать, расчаровывать. Дверки открыть, кстати. Тоже вариант. Пум. А чё, вариант, в принципе, смотри, доспехи 74, а, блядь, я ж без этого, я ж с Ирана, не со своим, как его там зовут, забыл, как его зовут, но и неважно, с обычным, с нормальным помощником, который ходит в тяжелой броне, так бы, если б я был с ним, я бы ему его дал, если у него хуже. А так я даже не знаю, хуже у него или не хуже. А с собой носить это беспонтово. Он дофига весит. И возможно у него такая же или еще даже лучше. Ох ты ж, блядь. А ты еще откуда? Так, давай. Тролль в атаку. Тролль в атаку. Блять, типа тебе похуй? Все, 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 убегай, бля. А, тут стенка. Сука, тут стенка. Я не вижу, что там стенка. Вот, правильно, мы стали наверх, а теперь будем тебя... Арбалет, арбалет, арбалет. А, не могу арбалетом стрельнуть. Ну ладно. Смотри, а тролль реально затащил. Тролль просто замечательно танкует. Тролль, ты... Смотри, бля, у него еще ХП полная. Вообще красавец. Так, ключ от подъемника. Угу. Генератора там, ну, я думаю, что нет, это мне не надо, зачем оно мне? Сундучок. Так, тут. Ага, этот разваленный и так. Что нам подходит очень даже сильно. Смотрим, что по бокам. Сундучок маленький. Ясно. Хлам всякий. Тут нихера. Окей. А может быть, ты можешь туда прыгнуть? Нет, ну вряд ли кто-то стал бы так заморачиваться, делать какие-то тайники, сундуки на крышах. Поэтому как бы не буду туда я пытаться войти. Пора уходить. Разве мало было смертей? О, конечно! Ты хочешь, чтобы я ушел? Так и ждешь, чтобы я повернулся спиной, чтобы вся слава досталась тебе. Что это было? Хорошо, что я доверяю своему слову. Тю, блядь. Ты чё, чувак? Я тебя не трогал, блядь. Я что-то там между собой срались. Я стоял, вас слушал. Что-то на меня сагрился. Там Сирана справится с той тёлкой? Сдается он. Да всем насрать. Так, броня, броня. Слушай, это вы какие-то бомжи? Чё, у вас ничего нету? Сундук.
А, кстати, а так выглядит сундук. Я думал, это лавочка. Ага, это Скайрим. Окей. Давай наполним механизм. Ага. А если бы я стоял не тут? А, наверное, если бы я стоял не тут, то я бы и не смог, да, его активировать, потому что тут как бы вот так эта штучка стоит, да. Ясно. Черный предел. А, это я только дошел в черный предел. То есть это еще не все, да? Бля. Как замечательно тут. Реально круто, слушай, мне так нравится. Давай рычажок дернем. Ничего не имею против темноты, но я уже и так столько времени проторчала в пещерах. Ну ничего, поторчишь еще. Так, тут есть плохие дядьки? Есть. Он меня видит, я его не вижу. Ах ты ж... Стой. Ну да, ты ближе, ты в приоритете. Так, Фалмер. Что, не попал? Блять! Смотри, я когда стреляю, он приседает. Сука! Думал, не попаду, да? Думал, не попаду. Давай, выглядывай. Ну. Это реально так очень херово видно. Но он что-то подозревает, что-то не то, но на меня он не видит. Но что-то он подозревает, что-то тут реально не то. Кто там? Хорошо, вот. Что я доверяю своему слуху. Будет знать. Так, знаешь что? Надо нам посмотреть на карту. Угу. Но ничего не понятно. То есть мы находимся где-то, и мы тут должны сделать что-то. А более подробно вот как-то пока неизвестно. Так, окей. Надо хотя бы раздуплиться, в какую сторону двигаться. Так, отсюда я пришел. В эти ворота мы стреляли. Ага. Так как же комната стояла? Ага, я понял. То есть это есть комната. То есть маленький домик во всем этом хламе. Ничего интересного. Вот это интересно. Так, что тут репит? Это все мне нужно. Это мне не нужно. Это нужно. Алхимия, спасибо. Алый корень Нирна добавлено. Ага, это я взял какой-то новый квест. Блять, тут квесты раздают просто налево-направо. Ну как так можно? Я не успеваю их делать. Огненной солью?
Что? Вот опять что? Как это? Я не знаю, откуда они все эти квесты берутся. Все, мы тут закончили, да, подруга? А ты типа сидела, отдыхала, правильно? Правильно все сделала. Так. Куда идти? Вот так и стой, молодец. Блять, промазал. Как раз пока дойду. И убьем тебя. Блин, ты еще обходишь это все дело, да? Или ты убегаешь? Что с тобой? Так, вот это что? А это ничего, я понял. Это были следы от удара молнии. Ага, опускается эта хрень. Там рычаг, я на него нажимаю. А, что-то происходит. А, это Скайрим. Я могу отсюда попасть в Скайрим. Да? Нет. Пока нет. Пока нет. Я еще не готов. Тут что снизу? Тоже какая-то маленькая хрень. Фу, блядь. Сука, он меня отравил таки. Я вообще дольше держал кнопку, ну да, да ладно. Тролль, ты где? Сирана, ты где? Вот почему никто мне не помогает? Почему я сам все тащу? Я знаю, там я избранный, все дела, но, блядь. Я вам что, мало плачу, что ли? Блядь, стал под дерево. Под гриб. А все равно вообще там тусит. Что такое? Ты заблудилась? Или тебе там понравилось? Ты хочешь туда еще раз? Ну вот там вот типочек я видел, да. Раз. Блин, походу идти бесконечность. Тут... Да, вот почему-то вот сверху на карте есть метка, что идти прямо, а тут у меня нету никакой метки. Ну ладно. Так, что тут еще интересного может быть? Слишком много открытой местности, я прям, ну, реально теряюсь. О, вот тот чувачок, надо его убить, потому что... потому что... Просто... Блять, опять! Блять, и Фалмер! Сирана, вот где ты, когда ты так нужна? Это тролль? Тролль. Давай, вмешайся. Ой, не попал. А тролль такой одношный, да? Он так мало урона наносит. Я не знал. Я думал, он так хорошо. С одного удара его снесет. А нихера. Короче, Сирана, походу, реально потерялась. Ты оживаешь? Нет. А, подожди, вот рычажок.
Давай, я сохранюсь. Нет, пока я его трогать не буду. Я нажимаю на рычажок, он оживает. Да. Вот, а теперь можно с тобой играть. Давай, поиграем в игру. Ты дурачок, я молодец. Я очень надеюсь, блять, что ты не убьешь моего тролля. Я не знаю, а зачем я это делал? С троллем-то, в принципе, хорошо. О, привет. Смотри, я в тебя попадаю, а ты в меня нет. Лопата. Блять, ну Сирана, ну серьезно, вот, вот была бы Сирана, тролль бы не умер. Это все из-за нее. Это все реально из-за нее. Ну, мне Сирана нужна. О, привет. Один удар. Вопрос решен. А, ну да, болт мне тоже надо. Так, давай-ка я пойду попробую как-то расколдовать Сирану, потому что, ну, блядь, вообще не прикольно она стоит. Втычет. Почему вот... Что? Почему ты стоишь, втычешь? Ты хочешь туда еще раз? Давай мы зайдем. Да, все, тут повтычили и выходим. Теперь ты пойдешь со мной? Нет. Слушай, так такое же было, когда мы были в Каирне Душ. Оно точно так же залагало возле какой-то двери. И почему-то там тусило. То есть как бы это даже не то, что она типа не может пройти дальше там или что-то мне сказала. Нет, она просто тупо зависла и... Блять, и все. И понимай, как хочешь. Понимай, как хочешь. Так, что тут? Где тут? Слишком много места. Реально, слишком много места, чтобы это везде все осмотреть, обходить. Пум-пум-пум. Сундучок, сундучок, ну хотя бы сундучок. Тоже неплохо. Ладно. Давай посмотрим, что тут. Там что-то блестит, блядь. А то что-то живое, нет? Нет. И это не живое. Это такое все странное. Вот где я? Где я, блядь? Это обязательно делать такие локации огромные. Так, тут я понимаю, что если я куда-то стану, вырезать дядька и... Ну, не то чтобы дядька, это вот бабочка. И меня немножко порубает. То есть даже рычажок.
Ага, я понял, это что-то типа жертвоприношения. Для жертвоприношения это все было сделано. Бля, то есть мне надо в самый низ. Или вверх. Куда? О! Сирана! Молодец. Ты пришла, получила урон. И теперь будешь втычить. Тут? Нет. Идешь со мной, молодец. Блять. Вот как я не люблю вот эту вот штуку. Проходить через всякие казармы, блять. Первый по этот этаж, второй этаж. Нет, давай, ладно, я не буду-то вот заморачиваться, но это реально сложно. Это тут очень много всего. Я просто буду идти вот куда меня зовет знак. И я туда буду идти. Тебя я активировать не буду. Может, тебе и не надо? Что, все, да, Сирана опять потерялась? Блин, какая-то странная женщина. Бля, вот что это такое? Мне туда надо. Мне туда надо. Обязательно. А, кстати, сохранится на всякий случай, а вдруг там жопа, блядь. Там уже какие-то красные чувачки. Какие-то, блядь, шестерки. Фалберские. Ух ты ж, сука! Стоп, стоп, ребят, вы чего? Подожди, я ж просто это... Вы верите в Иисуса? Тихо, я ж, блядь, так круто стоял с блоком, и тут, блядь, ты откуда-то высрался. Вот откуда? Так, давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, блядь. Иди сюда. Следующее. Блядь, вот вы не могли в одну как-то сторону выйти? Зарешали. Молодцы. Да? Чисто. Так, ну давай вас залутаем. Блин, кажется, что вот это вот написано рабы, а прислужник. Но у них как-то лут побогаче. Побогаче, чем вот у этих фалмеров. Странно. Может, это потому, что он черный? Что это? Зачем это? Вот у меня реально, когда я захожу где-то, у меня тут столько вопросов появляется. Вообще нихера непонятно. Куда эти двери ведут? Что там в середине? О, привет. Вот, новая локация. Зачем оно мне? Вот серьезно, вот зачем мне сюда? Блять, тут еще тела. Воу, тут у вас как-то дохуя. Уебуй, уебуй отсюда, уебуй. Блять! Блять, они выходят за мной! Сука!
Я думал, что они не будут выходить за мной. Блять, я походу зря сюда пришел, да? Блять, да ты соснешь у меня, настоящий бог. Ну, блять, припечатал. Все? Все высказались. Все молодцы. Вообще бомж. Так вот. Как всегда, вопрос один и тот же. Что я тут делаю и нахера я сюда пришел? Я понял, да, тут красиво, тут прикольно. Зал собрания. Ну ладно, давай уже, там походу мы, ну, половину так перебили точно. Поэтому почему бы не добить всех остальных. Тут вообще есть что-то интересное. Что-то, что-либо. Ну хотя бы хоть сундучок какой-то один. Подожди, а не тут ли я был? Не, не тут, потому что вообще не та локация. Черный предел. Мы выйдем где-то из башни. Ну вот нахера оно мне? Что это? Насосная станция. Нет. Да, я согласен, да. Можно, короче, лазить. Но я сказал, что я лазить не буду, и все равно тут лажу. Все. Они просто меня спровоцировали, я все, я не буду больше. Так, тупо идем по метке. Куда метка, туда и я. Сирана где-то, блядь, вообще жестко затерялась. Меч в воздухе. А в прошлый раз, по-моему, туда была метка. Она что, она меняется, что ли? Нет, она не движется. О, это походу вот эти вот двери, да? Да. Это походу, да. Это оно. Смотри, даже я причем же захожу в локацию, в новую. Что? Вот захожу в новую локацию, но Сирана со мной не появляется. Почему? О, я рядышком, все правильно, я иду. Хлам. Там какой-то яд, я так понимаю, да, или нет? Можно взять все остальное. Сундук. Все, да? А тут, ну, ингредиенты, блять, ну тарелка мне точно не надо. Окей. Воу. Это что-то крутое.
типа сердце какое-то ихнее. Я понял. Не в ту сторону. Просто было интересно. Может, там сундучок был бы. Странно, почему тут никого нет? Так не бывает. По-любому должен быть какой-то мудак, который захочет меня убить. Ой, блядь, сори, это я. Там какой-то рычаг. Я запомню. Блядь, не падай! Не падай! О! Вот прям они реально инопланетяне какие-то. Сфера. Я установил сферу. Что дальше? Ага. Я должен его вставить. Да, я его вставил. Кстати, вот, сохранится, может, я не, где-то запарю. А теперь я должен нажать на рычажок. Нет? Нет. Значит, что-то я делаю не так. Ага, активировать кнопку, вот эти кнопки должен нажать. Не нажимается. Нажалось. Нажалось. Ничего ж не изменилось. Это так и не нажимается. Ну давай мы это удалим. Ага. То есть когда я ставлю эту штуку, то тут... Эти две кнопочки активируются. А как мне активировать другие две? Как мне активировать другие? Меняется положение, кстати. Может, я должен поставить его в какое-то правильное положение? Блин, только не говори, что я должен был там паровую, типа, выключить. То есть заходить во все те локации, которые у меня встречались. Потому что если так, то, блядь. Просто ради интереса я попробую отсюда выйти. Просто ради интереса. Давай назад. Вот если бы в книжке были картинки, то я бы точно знал, что делать. А так, кстати, вот валялась книжка. Ну да, типа дневник. Типа он тут пытался, пытался.
сказала, что пока не разберется, он отсюда не уйдет. Вот, не ушел. Блять. Ну, какая тут логика? Тут должна быть какая-то логика. Забирай. Нет. Эти две активировались. Давай, допустим, повернем. Забираем. Кнопка уже не работает. Почему? О, блядь. Смотри. То есть я тоже, я просто должен их, блядь, спамить, да, пока что-то не произойдет. Да ладно, блядь. Я просто должен его крутить. Заполненный словарь, да? Блин, ну... Я почему-то всегда думаю, что все намного труднее. Я думаю, что там реально надо будет вырубать эти паровые, либо должна быть какая-то там последовательность поворачивания. Нет, просто тупо спамишь, пока не заработает. Все. Тю. Как-то чересчур. Так, пам-пам-пам-пам. Теперь мне надо куда? Теперь мне надо... Да, блядь. Теперь мне надо и сюда. Пост септиме. И сюда, чтобы отдать два свитка, да? Принести. Ну давай мы сходим на пост. Там все-таки он просил, чтобы я к нему пришел. Я думаю, что он сейчас получит свиток, его прочитает, совсем сойдет с ума, и мне придется его убить. Почему-то, ну, мне так кажется. Ну, потому что, как правило, так оно все заканчивается. Что я просто кого-то убиваю. Ой-ой-ой-ой! Копай, Двемер, в потус... Когда был построен последний этаж? В ящике сердце. Сущность Бога. Я всю жизнь посвятил древним свиткам. Но их знание лишь мимолетная догадка в сравнении с разумом божества. Последними его коснулись две миры. Все думали, что его уничтожил Неривалин. Но мой господин сказал иначе. А кто твой повелитель? Деидрический принц неведомого. Хермеус Мора. Я думал, что не осталось уже тайн для меня, пока не поговорил с ним. Он требует цену, исполнять его волю. Парочку убийств, раскол, эпидемия другая. Ради тайн я готов на это. Потом он привел меня сюда, к ящику. Но он не говорит, как его открыть. Сводит меня с ума. Хм. Давай, знаешь что, я сохранюсь. Этот ящик, да? Ты имеешь в виду? Да. Похож на ящик этого, как называется, Харидрика, по-моему, как-то так, из Диабло. Давай его, быстро! Невообразимо! Теперь я вижу! Запечатывающая структура рассекается на мельчайшие фракталы.
Кровь Двемеров может ослабить крюки, но она не течет в живых жилах. Доспехи их братьев можно собрать для факсимиле. Обман. Они такого не ждали, нет, даже они. Кровь Альтмеров, Босьмеров, Данмеров, Фалмеров и Арсимеров. Живущие эльфы дадут ключ. Принеси себя к всему экстрактору. Он выпьет свежую кровь эльфов. Приди, когда соберешь все разновидности. Ты чё, ебанутый? Кровь высокого эльфа, лесного эльфа, темного, блин, где мне это искать? Ну, причем как я у них буду кровь? То есть я подразумеваю, что я буду вампиром? Тогда я смогу добывать кровь или как? Потому что как сейчас добыть кровь, я не знаю. Что это за отвратительная бездна? Подойди ближе, окунись в мою ауру. Я Хермеус Морра, я страж невидимого, знающий неведомое. Я следил за тобой, смертное существо. Я доволен. Молодец, и что? Твоя помощь Септимию делает его все менее необходимым. Он хорошо послужил мне, но время его на исходе. Когда этот адский ящик откроется, Септим перестанет быть мне нужен. Когда придет этот час, ты займешь его место, станешь моей дланью. Что скажешь? Нахуя? Он демон или... то есть я должен выбрать? Вот блин! А я не знаю. Я не хочу выбирать. Давай, знаешь как? Я загуглю. Так, пам-пам-пам-пам, надо почитать. Это место можно попробовать читать сейчас. Попасть сюда до Луника на дальнем сере посреди морских глыб, бла, лишь вплавь и ступай. Задержать можно брать маленькую полость в толще льда, весомая часть которой занимает огромный куб. Ага, над загадкой, его тайны, понятно, предметы, квесты, примечания. Если двигаться от поста к северо-восток, можно наткнуться на неотмеченную карте пещеру под названием Халуна, которая является тюрьмой Винтерхолда. Я придется сразиться с ледяными... кем-то еще, зависит от уровня, также напрягаю. Так, это фигня. Это мне не интересно. Мне интересно. Мне интересно, стоит ли мне. Стоит ли мне принимать его предложение? Блин, окей. Ладно. Ладно. Я принимаю. О да, приди ко мне, когда ящик будет открыт, и все станет понятно. Ну, все-таки лишние квесты, я думаю, что особо оно не сильно повлияет там на мою жизнь и так далее. Но лишние квесты тоже, в принципе, хорошо. Так, окей, сохраняемся.
И давай дуем к чуваку. К чуваку. Реально, как собирать эту кровь? Ну, не знаю, это я потом еще почитаю, узнаю, что да как, и правильно ли я сделал. Твои странствия увенчались успехом? Да. Так, а где он находится? А, это он меня и спрашивал, это я к тебе и должен прийти. Со мной древние свитки. Мне очень жаль, друг мой, но я ничем больше не могу помочь. В смысле? Это моя вина. Я так спешил прочесть первый свиток, что пренебрег правилами предосторожности. Я думал, что мне это не повредит, но ошибся. И теперь расплачиваюсь за это. Он, блядь, ослеп. Ослеп? Лошара. Да, боюсь, что так. Нет, все должно идти своим чередом. И есть вероятность, что я уже никогда не оправлюсь. Нет, есть и другой путь. Вопрос в том, чем ты можешь рискнуть, чтобы найти лук Ауриэля. Я не могу гарантировать, что это тебе не повредит. Слепота станет самой малой из твоих забот. Ну давай, давай. По всему Тамриэлю разбросаны уединенные поляны предков. Есть одна и в Скайриме, в Сосновом Бору. Если провести на поляне ритуал мотылька предка, можно получить ответы, которые вы ищете. Блять, а что мы ищем, я уже ты забыл. Нужно будет осторожно снять кору с поющего дерева, что в свою очередь привлечет к вам мотыльков предков. Когда мотыльков соберется достаточно, они откроют вам второе зрение, необходимое для чтения свитков. Аккуратно надо быть кору. Это как? По традиции, на поляне предков вам также понадобится особый инструмент, называемый нож-скобель. Всех жрецов мотылька обучают этому ритуалу, но немногим выпадает шанс провести его. Можете считать, что вам повезло, если у вас получится. Окей, а мне нужно прочесть свитки в каком-то определенном порядке? Как я понял из видения, древний свиток, который предрекает вызов богам кровью смертных, ключевой для пророчества. Солнце. Добавлен свиток. Начато невидимое видение. Найти нож жреца Матырка. Удачи тебе. Ой. Надеюсь, ты желанный ответ. Да, я тоже очень сильно надеюсь. Блин. Надо завязывать с этими цепочками, потому что что-то они, блин, уже очень-очень-очень поднадоели. И поделать какие-то обычные такие хозяйские квесты. Да? Так, давай посмотрим. За гранью обыденного и невидимое видение. Отслеживаем. Потом, блядь, сколько хлама. Сколько хлама. Давай по квестам пойдем. Меня куда-то ведет. Вот сюда меня ведет. Вот сюда. Найти нож жреца. И все. А как добыть кровь, мне неизвестно, да? То есть, как хочу, так оно и будет. Окей. Окей. Ладно. Пусть будет так. Ну, я тогда на этом закончу эту серию. Да. Всем вам тогда спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, увидимся в следующей серии. Это, блядь, не пизди, ну что ты. А в следующей серии
Мы пойдем раздобудем ножик мотыльков, и я не знаю, я уже очень сильно надеюсь, что скоро мы добьем все эти цепочки, и все это закончится. Да, я буду просто себе ходить, делать обычные квесты. Ну, то есть обычные, совсем обычные. Да. Всем вам тогда пока.